Я никого не боюсь и не стесняюсь. Я работаю честно. Я чтобы вам стесняться, за что? Скрывать нечего. Ну, пускай приходит. Если бы я знал, что этот товар попадает под санкцию, я бы, естественно, его не приобрел. Дело в том, что в 2014 году санкция была, я не знаю, а потом его отменили, что-то разрешили, там, лактозно, не лактозно, вот сыр. Да. Ну, вот я подумал, что это тоже попадает под это, поэтому его я скупил и продавал, и люди, между прочим, за этим сыром, и все рестораны, эти кафешки, именно этот сыр. Ну, пармезан, да? Да, пармезан для салата. Ну вот я теперь заказал Аргентину, вот через 10 дней придет мне Аргентина. Я вчера заказал. Пока с Москвы сюда приедет, 10 дней. Ну, дороже это. Нет, оно наоборот дешевле, чем литовское. Я им предложил, раз у меня отобрали, ну я вот говорю, не портите. Ну я знаю. Отдайте вот нуждаемся. Раз они не отдали, я что сделаю? Я даже не поехал, не посмотрел, они сами не. Ну это закон такой сейчас. Ну, закон неправильный.